Это вымоченный овес. Ночью вымокал в воде. Теперь мы его погрузим в чашу блендера, добавим воды, измельчим. Потом процедим через ситечко и сварим кисель. Прямо будем варить вот это молоко овсяное до загустения. И будет такой кисель без крахмала. Туда добавим потом ягоды, мед, банан какой-нибудь, что-нибудь еще, яблочки. И будет вкуснейший кисель овсяный. Можно просто сделать овсяное молоко. Просто перекрутить с водой в блендере, процедить. Будет полезнейшее овсяное молоко для печени. Это молоко можно даже добавлять в кофе, в цикорий там. Погуще сделать, поменьше воды налить. Будет такие погуще, как сливки. Очень полезный. В общем, можно просто отвар сделать овса в шелухе. Тоже для печени подарок просто. Так вот можно употреблять овес. Конская сила. Овес будет лошадиная сила.